Здравствуйте, ребята! Урок геометрии, 9 класс. Тема урока – координаты вектора, действия над векторами, записанными в координатной форме. Цель урока – знать и применять скалярные произведения векторов и его свойства, вычислять угол между векторами. Скалярным произведением векторов называется произведение их длин на косинус угла между ними. Если вектора перпендикулярны, то косинус 90 градусов равен нулю, тогда скалярное произведение будет равно нулю. Если вектора противоположно направлены, то косинус 180 градусов равен минус единице. Произведение векторов будет равно произведению их длин, и ответ будет отрицательным. Если вектора сонаправлены, то косинус 0 градусов равен единице, скалярное произведение будет равно скалярному произведению длин векторов. Если вектора равны, то скалярное произведение будет равно квадрату векторов, скалярному квадрату векторов. Сумма векторов – вектор, разность векторов – вектор. Произведение вектора на число – тоже вектор. Скалярное произведение векторов – число. В переводе с латинского слова «скала» – «шкала» впервые ввел это слово Гамильтон в 1845 году, английский математик. Запомните, что скалярное произведение векторов будет числом. Скалярное произведение двух ненулевых векторов равно нулю, тогда и только тогда, когда угол между ними равен 90 градусов. Если векторы перпендикулярны, вот еще раз здесь, на этом слайде идет повторение того, что мы говорили в начале. Но заметьте, вот два последних свойства. Если скалярное произведение положительное, тогда угол будет острый. Если скалярное произведение отрицательное, то угол будет тупой. Пример. Вычислите скалярное произведение применяется и в физике. То есть, чтобы вычислить работу, вы применяете как раз скалярное произведение. Сила так, здесь задание. Вы можете сделать скриншот и попробовать самостоятельно решить эти задачи. Так, это задание у нас сейчас. Известно, что длина вектора 4, длина вектора b 7, угол между векторами 60 градусов. Чему будет равно скалярное произведение?
14 корень из 2, 14 корень из 13, либо ровно 14. И правильный ответ, конечно же, 14. Потому что косинус 60 градусов равен 1 сторона. Ребята, оцените себя с помощью рефлексии лестницы успеха. Спасибо за внимание.